Я бы вел отсчет с оттепели, со сталинской. Потому что непоротость надо понимать в буквальном смысле. Надо понимать как физическое унижение. Как только в Советском Союзе совершенно еще не свободном перестали расстреливать и пытать в застенках кого угодно, немедленно начало восстанавливаться вот эта часть общества, которая и является носителем чувства собственного достоинства. Да? Потому что шестидесятники, да, какого бы они там не верили в социализм с человеческим лицом и в доброго Ленина, неважно. Все вот это люди уже с чувством собственного достоинства, которых не порят. Вот Александр I, я к нему, несмотря ни на что, так хорошо отношусь, потому что именно вот с него начинается отсчет российский вот этого качества, которое я считаю самым важным индикатором состояния общества. Вот этот градус ЧСД, чувство собственного достоинства.